Вопрос 1233, четвертый том. Что подразумевается под словом «не сотвори себе кумира»? Ответ. Отвечает Игнатий Лаптев. Кумиром назывался идол, изображение ложного божества. Исход 24. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Второзаконие 7.25. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Аввакума 2.18. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Премудрость Соломона 13.16. Итак, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. В Библии слово «кумир» встречается 27 раз. В переносном смысле это все, что пытается подменить Бога. Это может быть император, перед которым ты преклоняешься, как перед Богом, жена или муж, или дети, работа или твое собственное «я», что случается чаще всего. Отвергни себя, то есть незрение этого кумира, устранив из сердца обиду, ревность, тщеславие и самость.